Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Крокодила Дона, да, только поменяем скинчик. Сегодня будем играть за на легендарном скине, только вот на таком. Это у нас дракон Дона, да. У нас есть такой ледяной дракон, а есть такой дракон. Хотя еще вот этот скин прикольный, но сегодня будем за такого дракона играть. Да, смайлики вроде... А вот есть, кстати, и на огненного. Блин, ну вот, разрабы, конечно, да. Давайте тогда заменим смайлики, чтобы было вообще все жестко. Итак, что же сегодня у нас будет? Ребят, во-первых, Дона, а во-вторых, реклама. Новая. Я просто, ну, может быть, я как-то не реагировал, но я увидел сегодня рекламу. И вот такая вот она есть. То есть это 4 гема целых, один бронзовый предмет, 100 монет и золотой ящик. Кстати, золотой ящик — это на самом деле неплохо. На самом деле. Поэтому я сегодня ее потестирую. Завтра вам уже, наверное... Смотрите на это место, да? Текстурка, а? Красиво, красиво. В общем, завтра, надеюсь, если она будет работать, посмотрим ее. Расскажу свои впечатления. Возможно, она поменяется за день. Возможно, там будут меняться награды. В общем, все это посмотрим. Ну, а пока что Дона, нагиб. У нас, вон, смотрите, бобер какой-то жесткий есть. Сейчас заходим, а там 6 уровень с 1400 рейтинга, да? Как обычно. Или 1600 это уже. Я извиняюсь, просто уже не помню. Не, ну это тысяча... Ну, 15, ладно. Все, погнали. Ну, посмотрите, 15, 13, там 14 и 15 вроде, да? 11 и 15. Офигеть, просто офигеть. Вы чувствуете, как какой будет нагиб сейчас? Вот мне кажется, сейчас 17 уровни полезут. И заметьте, это 1000... Это не, даже не 1000 стоит, нет 1000. То есть до 1100 еще идти. Офигеть, вот это очень странно, очень. Ну вот, кстати, видите, бобер и черепах. Скорее всего, это один и тот же аккаунт. Ну, либо два разных устройства. Ну, ребята стараются как можно проще достигать 1400 рейтинга и выше. Потому что тяжело, реально. Я вот играл на 1400 рейтинга недавно, это капец. Там просто 17 уровни сидят по КД. А сейчас, думаю, уже и 18. То есть 17-18 уровни сидят, и ты... С этим сделать-то ничего не сможешь. О, я ж Дона, я ж могу быстро плавать. Гениально. Да? Блин, ну... Почему бы бобру не отдать? Ну что за дела? О, кстати, слышите? Как Дона рычит таким... Адским, не знаю, голосом. Что-то такое, типа этого. Когда смайлы нажимаешь. Такие, знаете, адские рыки там. Адский смех, что-то такое. Ну как-то оно стрёмно смотрится, на самом деле. Могли бы получше, на самом деле, сделать озвучку. Погромче, что ли. Потому что, ну, странно очень. Жесть, Брюс. Какие слабые, а, у меня у нас противники. Как вы думаете, ребят? А я без воды сейчас играю, если что. Так, пока что кидаем гранатку. И влетаем в толпу. Еще закинем гранатку. Вы, не, вроде красиво все у нас получилось. Сейчас главное залутаться. Сейчас надо словить жирафа. Ловись! А, блин. Ботинколюб очередной. Ну, хуже эти ботинколюбы на жирафа. Фиг словишь. Ну, как говорится, он своим бегом победку не вытащит, всех не убьет, поэтому... У нас черепах четвертый прибежал. Вы это видели, да? Вы это видите. Просто четвертый черепах прибежал. Обойдешься, Никс. Ну, кстати, этот жираф в итоге убежал. А нет, вон он там где-то сверху. Бахает. Ну, это не отменяет того факта, что мы изи победили. Бобер тут бегает. Ну, жираф, походу, за зону просто убежал. Фух, ну повезло, повезло с командой, на самом деле. А вот были бы жираф от тройной гранатки, возможно, он бы затащил. Но и не факт, что у него не вообще были. Может, у него все-таки были просто. Он их не успел кинуть, потому что, ну, я ближний бой, бобер там, ну, сами видели, 15 уровень. Он должен был там все соло развалить, потому что бобер до сих пор это имба, как ни крути. Ну, вот отправляем следующий бой. Нечего тянуть. Ну что же. У нас вроде, кстати, нормально заспанило. Правда, в этот раз команда не очень.
Ну, побежим с большинством. Я не буду ничего придумывать. В этот в этой ситуации нужно играть с большинством своих союзников. В любом случае, потому что, ну, если сейчас один подплывет куда-нибудь, да, ну это будет потеря-потерь. У нас Орел очень неадекватный, он как будто не замечает того, что происходит вокруг, там хорошие боты бегают, ну, в общем. Ладно, выбора нету, поэтому просто двигаемся вперед. Надо залутать лук. Дробовик тоже. Ну, вот видите, я же говорю, у нас Орел немножко больной. К сожалению. Ну а что поделать? Какой есть? Немножко больной орел. Ну что поделать? Придется с таким играть, как-то его спасать, не знаю. Придумывать что-то, чтобы он жил хоть немножко. Итак, там у нас есть армор, его залутали, отлично. Ну вот вы видели, я насквозь Брюса пролетел. Как вам? Как вам этот бред, ребят? А, нравится? Блин, я аптечку. Просто промолчи. Тут я виноват был полностью. Но как я виноват? Я насквозь Брюса активным навыком пролетел. О чем тут говорить вообще? О каком? Если бы я не пролетел, возможно, сложилось бы по-другому. Я пока вот этот вот момент переваривал, думал, как же это возможно. Вот меня шотнули. Ну я сам виноват. Аптечку не вовремя нажал. Было уже поздно. Ну как поздно? Было вовремя, но игра. Игра это игра, да. Зубы это зубы, поэтому здесь нужно нажимать все заранее. Так. Ну, получилось мне намекнуть, что ты здесь лежит гранатка. Вроде бы в этот раз команда немножко адекватная. Это радует на самом деле. Надеюсь, мы с такой командой сможем затащить. Тут даже не в уровнях, в основном деле, сейчас уже дело, потому что, как вы заметили, я вот тем же слоном Фрэнком растащил 2-17 уровней почти в соло, да? Поэтому я же говорю, сейчас за счет того, что усиляют уровни более низкие. Очень сильно причем усиляют. Можно адекватной командой. Ну, правда, не так хорошо, но можно тащить все-таки. Опять же, если там против вас завалится команда на 1-2 уровня выше, скорее всего, вы откинетесь. Но если будет там один человек сильный, да, скорее всего, вы вытащите. Потому что у вас, кстати, в этой ситуации получше. Так, Джейд возьмет, отлично. Залутал арморчик. Ну, у нас пока что все хорошо. Один склад развалили, осталось еще парочка складов. Точнее, даже уже один остался склад. И все, и победка в кармане. Изи, изи. Осталось только найти этот изи победный склад. Кусь. Вот видите, куснул красиво. Красиво. Яра нас даже подхиливает. Это на самом деле не нужно. Лучше бы стреляла. Яра на самом деле очень сильный персонаж по стрельбе, поэтому... Нужно это использовать. Так, ребятки там кого-то гонят. Ну, видите, бачок понимает. Карту смотрит, очевидно, потому что он видит, что команда двигается вот сюда. Вот они тут так и шли. И он понял, что сюда нет смысла идти и пошел сюда. Видите, насколько интеллектуально развитый сейчас небаг попался. Это прекрасно. Это прекрасно. Побольше таких бы багов. Игра бы была идеальная. Ну, только когда за меня, да. Против меня таких не надо. Против меня хватит какого-нибудь там этого... Бака, который не будет ничего делать, просто вот как Никс у нас сейчас стоит. Опа, словил рыбку. Так куда ты убегаешь, ну? Давай это самое, подеремся. Убегает, о боже, инструментальщики очередные. Нате вам гранатку под усилением в 30%. Просто шот и все. Ну, вот такая вот изи-победка, ребят. В этот раз повезло. Опять кнопки зависают. Бесит меня этот момент. Ну что поделать. О, легендарный дробовик. Ну, тут уже без разницы, один последний противник. Эх, замечательная команда. Как же я кайфую от этого. Потому что, когда играешь, и тебе 5 раз подряд попадаются плохие команды, ты как бы думаешь, за что. Ну, кстати, вот заметили, сейчас нету такого какого-нибудь рандома. Хотя нет, в прошлом бою был все-таки. Ну там бы меня все равно задушили, наверное. Там был 12, хотя мы Брюса почти добили. Блин, я мог там вытащить. Я вот в прошлом бою, где меня Брюс шотнул, если бы я нажал аптечку заранее, я бы мог вытащить. Потому что Брюс уже был без хп. Его там одной гранаткой добить можно было. Плюс подлетал 12 Никс и еще кто-то. По идее, там дефибриллятором еще бы одного резнул. И шансом там высоким можно было вытащить это все. Потому что я все-таки на Доне, Дона достаточно сильный персонаж. Там одного куснул, другого
кинул гранатку, там половина уже умерла. Ну да, можно было вытащить, если так подумать. Получается, мой фейл. Бывает, что я могу сказать. Видите, нужно всегда играть до конца, потому что шансы есть всегда. Ну что ж, мы победили, нашли последнего игрока, который прятался. Ему было очень интересно спрятаться. Да, это же так важно, понимаете, да? Посидеть в кустике, подождать мне пару минут, затянуть бой. Это же так важно и так нужно. Ну, гений, что с ним взять. Ладно, мы сейчас лутаем сундучок. Надеюсь, на волка что-нибудь насыпет. В этот раз не насыпало. Посмотрите, там даже у меня Пауло нету 9-й гранатки. 9-й? А ну, 8-е же предметы были максимальные. Получается, уже максимальные. До патча была. Ну, кстати, неплохо. Он, смотрите, уже апается 10-я постепенно. Блин, как же это долго будет апаться. Я просто... сложно, сложно. Ладно, отправляемся в командный бой. Еще один боец залутаем, как минимум. В Кинодоне кайфово играть. Особенно если получается реализовать ее возле воды. У меня это на данный момент не получается. Надо срочно взять гранатку. Срочно взять гранатку. Все, взяли. Бака убили, это главная была цель. Его тут, правда, резнули, но он уже ничего не сделает, потому что нас слишком много. У нас есть лут, который я благополучно залутал. Фух, повезло. Повезло. Ну вот, опять же, в таких ситуациях, когда два склада рядом встречаются, побеждает тот, кто лутает первое. Лут, чтобы бить. А второе, это аптечки, чтобы жить. Ну, если аптечку нет возможности быстро залутать, то лутает обычно лут. И тогда команда побеждает. Как бы простая истина. И вот сейчас она показала свою действенность. Я извиняюсь. Ну что, теперь наша задача просто взять, отправиться и уничтожить противников. Что мы сейчас и займемся. На самом деле, под усилением от воды мне уже, правда, прошло. Да блин, да. Этот гад в бочку сел, и я промахнулся. Надо похилиться сейчас, кстати. Не убежишь, Брюс, не убежишь. О, было весело. Было очень весело. Тут еще склад к нам прибежал. Ничего себе. Кто тут такой дерзкий? Кто здесь такой дерзкий? Ты такой дерзкий, иди сюда. Ладно. Как говорится. Ля, посмотрите на этого хамелеона просто. Какой же он дерзкий, вы это видели? Офигеть. Вот это я понимаю, бык. Кстати, это не редкость таких хамелеонов. Я очень часто встречаю быков на хамелеонах. На тебе станчик, Брюс. Чё, два станчика не законтролил, на. Сейчас капканчик поставим. Там еще жираф, кажется, есть. Которого мы сейчас куснем. Блин, он меня откинул, я из этого не смог его куснуть. Блин, обидно. Ну я же говорю, слишком хорошая команда попалась. Блин, ну почему так везет? Где эти команды сверхразумов, которые обычно мне попадаются? Почему сегодня прям какой-то прекрасный день? Ребятки, могу вам всем пожелать удачи, потому что, ну вы видите, команда прям сегодня очень хорошая. Поэтому отправляйтесь в командные бои, тащите с прекрасными командами. А мы на этом заканчиваем. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.